Здравствуйте, дорогие друзья! С вами библиотека номер 144. Сегодня я хочу рассказать вам о книгах, которые можно рекомендовать подросткам, а также их родителям, но не для развлечения, а для того, чтобы не случилось беды. Подростковый возраст небезосновательно называют самым трудным. Возможно, это даже и самый трудный возраст в жизни человека. Ребенок как бы рождается во взрослую жизнь. Рождение никогда не бывает простым. Выросшие дети пока не знают, как жить в новых условиях. Справляться с сексуальностью, отражать агрессию, сохранять индивидуальные интересы и не стать изгоем. С одной стороны, подросток рвется за рамки дозволенного, низвергает привычные авторитеты, с другой стороны, жадно ищет признания. Все события переживает остро, словно человек лишается кожи. Отсюда и поиск новых впечатлений, знаний, освоение новых территорий, но и зависимость от мнения сверстников, поиск новых авторитетов, поиск признания, любви, поиск защищенности, убежища, которые многие находят в преступных группировках, алкоголе, играх, наркотиках. Хорошо, когда есть с кем поговорить и понять, что ты все-таки не один. А иногда и поговорить об этом можно только с фильмом или с хорошей книжкой. Даже если она мрачная и вроде бы неутешительная, все равно она показывает свет в конце тоннеля. Хотя бы самим фактом того, что кто-то уже ухитрился пройти через весь этот мрак, выжить, остаться в своем уме и рассказать об этом. Я бы посоветовала прочитать эти книги родителям для того, чтобы лучше понять мир современных подростков и, может быть, случайно забыть раскрытую книгу так, чтобы она попалась на глаза вашему ребенку. Собственная жизнь и личные переживания подростку кажутся настолько уникальными и неповторимыми, что окружающие просто не в силах его понять. Однако нет ничего нового под солнцем. Что было, то и будет. Часто ребенок чувствует себя одиноким. Хорошо, если это только чувство. Тема сиротства, беспризорности есть в творчестве многих писателей классиков. Оливер Твист Чарльза Диккенса. Трагическая история мальчика, попавшего в трущобы Лондона. В ней много приключенческой романтики, развертывается перед читателем ряд чрезвычайно тяжелых и беспощадно бичующих картин. Стоило только появиться маленькому Оливеру на свет, как его уже поджидали лишения. Он был отмечен и снабжен ярлыком и сразу занял свое место приходского ребенка, сироты из работного дома, смиренного, голодного бедняка, проходящего свой жизненный путь под градом ударов и пощечин, презираемого всеми и нигде не встречающего жалости. Детство мальчика проходит среди таких же, как он, несчастных сирот. А вот отечественная история, рассказанная Владимиром Гелеровским в книге «Москва и москвичи». Дети хитровки были в цене. Их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть ли не с аукциона, нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную улицу.
Ребенок целый день мокрый, грязный, лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода, голода, постоянных болей в желудке, вызывая участие у прохожих к бедной матери несчастного сироты. Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уж сам приучался стрелять. На последней неделе Великого Поста грудной ребенок по крикасти ходил по четверку в день, а трехлеток по гривеннику. Пятилетки бегали сами, приносили тетькам, мамкам, дядькам, тетенькам на пропой души гривенник, а то и питал тынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители, и тем меньше им подавали прохожие. Нищенствуя, детям приходилось снимать зимнюю обувь и оставлять ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двухгривенного, не быть битыми. Мальчишки, кроме того, стояли на стреме, когда взрослые воровали. В то же время сами подучивались у взрослых их работе. Бывало, что босяки, рожденные на хитровке, на ней и доживали до седых волос, исчезая временно на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчики. Положение же девочек было еще ужаснее. И только в советское время удалось решить эту проблему. А книги Антона Макаренко «Педагогическая поэма» и Леонида Пантелеева «Республика Шкит» вошли в Золотой фонд отечественной подростковой и педагогической литературы. В начале 90-х прошлого века проблема вернулась. Сергей Волков, многие годы изучавший проблему бездомных детей, пишет о попытке беспризорников 21 века найти себе место в огромной России. Такое, где бы им дали жить, не считали изгоями, не били, не сажали в изоляторы, не заставляли воровать, голодать и умирать. Увы, как это обычно и бывает в реальной жизни, ребят нигде не ждут, они никому не нужны. Пронзительно горький, полный надрыва и безнадежности роман написан в виде путевых заметок беспризорника, который вместе с такими же бедолагами пробирается из Москвы в Приморье, словно партизаны через вражескую территорию родной страны, отчего-то объявившей им войну. После чтения этой книги о беспризорности становится страшно и совестно, потому что в этот социальный позор каждый из нас привносит свой государственный вклад. Прочтите книгу и сами почувствуйте. Мы видим их каждый день, но стараемся не замечать. Никто не знает, знать не хочет, сколько их. СМИ говорит о 2, 3, даже 5 миллионах. Они изгои, выродки, преступники, чужие. У них другая мораль. И они воюют, воюют с теми, кто отказал им в праве быть с нами. И признать этого невозможно. Часто приходится слышать о популярности в подростковой среде так называемой тюремной романтики. Книга Леонида Габышева «Адлян или воздух свободы» – лучшая прививка от этой беды. Это роман о судьбе подростка, отбывающего наказание в воспитательно-трудовых колониях и там, в зоне, постигающего смысл свободы. Роман можно считать автобиографическим, так как сам Габышев имел печальный опыт нахождения в колонии для малолетних. После того, как книга была напечатана в журнале «Новый мир», она получила серьезный критический резонанс. Почему? Ну, потому что описание жизни в колонии носило настолько жестокий и откровенный характер, от которого цепенеет душа. Не менее страшно и место, где находится герой другого автобиографического романа. «Я сижу на берегу, не могу поднять ногу» Рубена Гальего, автора известного романа «Белое на черном» о жизни в наших домах инвалидов. Этот роман о том же, о повседневном героизме ребят с ограниченными физическими возможностями. История о дружбе, верности, о человечности и бесчеловечности. Вот отзыв о книге с сайта библиотеки «Лабиринт».
При чтении я сижу на берегу, плакать хотелось периодически, часто просто кусала губы. Сама книга более чем сдержанная, как и сами герои. Книгу читать обязательно, читать старшеклассникам. Пусть знают, какая она, эта жизнь, что в ней важно на самом деле, а что нет. И думают, как жить, как поступать для себя и для других. Кто-то может со мной поспорить, мол, не для подростков эта книга, тяжелая очень. Почему нет? Я недавно смотрела спектакль «По белому на черном», в котором играли как раз подростки 14-17 лет. И как играли! Зал рыдал, потом все поднялись как один. Не соглашусь с одним из предыдущих рецензентов. Читать нужно именно тогда, когда тебе плохо. Дабы в сравнении понять, что все твои беды, неприятности, болезни – такая мелочь. Все разрешимо и переживаемого. Такой жажды жизни, как в этой книге, нет ни в одной другой. Я, во всяком случае, не встречала. Много восторженных отзывов получает и книга Мариам Петросян «Дом, в котором». Главные герои которой – это физически тоже обделенные дети, подростки, изолированные от окружающего мира. У них свои законы и своя правда. Дети раскрашивают свою жизнь, как умеют, в том числе и наркотиками. Придают ей значимость, окружают ее тайной, заполняют смыслом, чтобы было интересно, чтобы было не так тоскливо. На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит серый дом, в котором живут сфинкс, слепой, лорд, табаки, македонский, черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли лорд происходит из благородного рода драконов, но вот слепой действительно слеп, а сфинкс мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в доме есть своя кличка, и один день в ней порой смещает столько, сколько нам, наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные скелеты в шкафах – лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из наружности, где перестают действовать привычные законы пространства и времени. Дом – это нечто гораздо большее, чем для интернат для детей, от которых отказались родители. Это их отдельная вселенная. Вообще, чувство одиночества, непонятости, наверное, настигает любого молодого человека, даже если для этого нет особого повода. А уж если к этому примешиваются неудачи в школе, травля сверстников, это и вовсе становится огромной проблемой. Вообще, тема детской или подростковой жестокости поднимается во многих книгах, ставших классикой отечественной и зарубежной литературы. Прежде всего, это «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. Написанная в 1952 году, она не теряет своей актуальности и сегодня. Все описанные в той или иной степени действия там происходят реально. По таким же примерно законам живут дети и сегодня в детских домах, в школах, во дворах. За примерами далеко ходить не надо. Жестокость детей друг к другу, к животным, о чем часто сообщают новостные ленты. Эта книга про детей с совершенно не детскими поступками. Тот факт, что они выжили на острове, что вообще не умерли после авиакатастрофы, уже чудо. Только на острове им пришлось выживать и защищаться не от природных условий, а друг от друга. И это правда страшно. Они повзрослели в 12 лет. Это слишком рано. Они уже не вернутся с острова прежними, потому что все, что они пережили, весь этот ужас и кошмар будет их преследовать еще очень долго. Совсем другим настроением читается книга Ирины Юргелевич «Чужой». На каникулах в деревне ребята разыскали совсем неподалеку необитаемый остров. Настоящий необитаемый остров, о котором не знает ни одна живая душа, где будут случаться самые неожиданные происшествия. Только что случается с четырьмя островитянами совсем не похоже на приключение, о котором они знали из книжек. Чужой
угрюмоватый, больной и очень несчастливый парень, которого они застают однажды на острове, не годится в участники их веселых каникулярных развлечений. Ему совсем не до того. Он нуждается в помощи, а помочь ему трудно. Это честная и хорошая книга о взаимопомощи, дружбе и немного о любви. Повесть Владимира Железнякова «Чучело» никого не оставляет равнодушным уже не один десяток лет. После дебюта на произведение посыпалось много отзывов, и положительных, и отрицательных. Последнее можно объяснить тем, что писатель затронул проблемы, о которых запрещалось говорить в его время. Сейчас же «Чучело» изучают в школе, смотрят фильм по этой повести. Произведение, над которым когда-то нависала угроза запрета, поражает читателей глубоким психологизмом. Владимир Карпович смог не только проникнуть в душу девочки, но и раскрыть ее для других. Наверное, это связано с тем, что повесть автобиографична. Она была написана после того, как Железняков узнал, что его племянницу травили в школе из-за того, что она взяла на себя чужую вину. Главная героиня Ленка Бессольцева очень добрая. Ее человеческую натуру не смогло изменить жестокое окружение. Издевательства ребят только закалили ее силу воли, научили еще больше ценить человеческую доброту. Еще одна интересная книга. Борис Раевский. «Поединок с самим собой». Мальчик Юлий пережил блокаду, преодолел дистрофию, но остался маленьким и худым, бесперспективным слабаком. Его жестоко и изощренно обижают во дворе, дразнят Юлькой заморышем, не принимают в Суворовское училище и спортивную школу. Но характер, упорство и терпение – правильный вывод. Человек сам себя лепит, делает свое дело. Шаг за шагом, усилие за усилием, и Юлий добивается безупречных побед на крупнейших соревнованиях по вольной борьбе. Это книга о том, как не бросать свое дело и не сойти с пути. И пусть ты хоть трижды не подходишь под параметры стандарта, пусть говорят, что тебе не дано, и это не твое, нужно не слушать непрошенных советчиков, а настойчиво идти до конца. Желание спрятаться от мира, который жесток, колюч и неинтересен, а также желание нравиться, быть своим, получить новые впечатления, способно привести молодого человека к опасным экспериментам, а впоследствии и к зависимости. Для начала я хочу порекомендовать познакомиться с книгой «Энциклопедия зависимостей», изданной в Москве в 2007 году. Еще одна ставка, еще одна доза, еще одна рюмка, еще одна сигарета. Что движет человеком, живущим ради игры? Почему умница-дочка становится наркоманкой? Почему папа вдруг начинает пить? Эти вопросы уже давно не являются риторическими. В самых разных интерпретациях они знакомы, наверное, каждой семье и каждому человеку. Ответы на них десятилетиями стараются найти ученые, медики, психологи всех стран мира. Решить эти сложные задачи пытаются матери, отцы, жены, мужья. «Энциклопедия независимости» – уникальное издание. Это принципиально новый взгляд на проблемы лудомании, наркомании, алкоголизма, поскольку книга посвящена не только методам борьбы с зависимостью, сколько методам их предотвращения. Главный акцент делается на профилактику зависимости в рамках семьи. Книга написана простым, понятным и эмоциональным языком, без пугающих терминов и неясных формулировок, чтобы ее могли читать не только родители, но и дети, ведь именно они сегодня являются основной группой риска. Наша литература никогда не обходила стороной сложной темы. Тема зависимости, игромания, алкоголизм, наркомания часто становятся центральными в самых известных романах отечественной литературы. Нередко, к сожалению, писатели используют и свой личный опыт, как это произошло с Михаилом Булгаковым. В 16-17 годах прошлого века молодой врач и будущий писатель Михаил Булгаков работал врачом земской больницы Смоленской губернии. В те годы он и пристрастился к морфию.
в рассказе «Морфий» Булгакову удалось пугающе подробно описать ощущения морфиниста. Всю глубину отчаяния и бесконечную надежду на освобождение от разрушающей зависимости. «Я, несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю та же участь». Путь Полякова от начала до последней черты – это всего несколько шагов. Говоря о морфии, Булгаков думал не о себе. Он уже одержал славную победу. А о тех, кто, возможно, только собирался вкусить этого яда. И стремился предупредить тех, кто мог вступить на этот гибельный путь. А закончить сегодняшний обзор я хочу рассказом об очень светлых и добрых книгах. Книгах Джеймса Боуэна из серии «Уличный кот по имени Боб». История создания этих книг поистине уникальна. Все началось с того, что в 2007 году автор книги, безуспешно боровшийся тогда с наркотической зависимостью, решил спасти уличного раненого кота. В нем он раскрыл отражение самого себя и своей непростой жизни. Отдав за лекарство последние деньги, он смог вылечить животное. И вскоре Боуэн и рыжий кот Боб начали вместе выступать для туристов, делать трюки и радовать зрителей. Их выступления собирали миллионы просмотров на Ютубе. В дальнейшем Джеймсу предложили написать книгу, и она стала необыкновенно популярна. Вся прелесть и ценность этих книг в том, что они не только о животных, точнее об одном – коте. Они еще и о том, как можно выкарабкаться с самого дна, если захотеть. И что самое важное – захотеть помочь живому существу рядом с тобой. Живые существа, они иногда умеют вытаскивать друг друга из любых передряг, если обоим это всерьез нужно. Конечно, это всего лишь малая часть хороших книг, которые могут быть интересны и полезны подростку. Еще больше книг вы найдете в библиотеках Москвы. А библиотекари с удовольствием порекомендуют вам книги для чтения, ума, души и развлечения. Приглашаем в библиотеки. Всего доброго!